Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Турция обсуждает с Россией открытие воздушного пространства Сирии для своих беспилотников. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российская и турецкая делегации обсуждают вопрос открытия воздушного пространства Идлиба для турецких беспилотников. Правда, по словам турецкого министра, этот вопрос пока еще не решен. Он подчеркнул, что воздушное пространство Идлиба, цитирую, «выпадает из оперативных возможностей турецких сил». Глава турецкой нацобороны заявил, что воздушное пространство Идлибской зоны необходимо Турции для поддержания режима прекращения огня в этом сирийском регионе. Министр сообщил, что переговоры сторон продолжаются, а делегации делают все возможное для установления в Сирии мира. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.